Участники специальной военной операции получат кредитные каникулы, причем воспользоваться ими сможет и сам призывник, и его родственники. Закон об этом уже принят. Отсрочка платежей будет предоставляться по ипотеке, по любому потребительскому кредиту и даже по микрозаймам. На срок участия в спецоперации плюс один месяц. Оформить кредитные каникулы можно будет до конца 2023 года. Для этого нужно собрать все необходимые документы и обратиться в банк. Возможно и полное списание всего долга, это в случае гибели заемщика или получения им инвалидности первой группы. Кредитор обязан рассмотреть заявление и требования о кредитных каникулах в течение 10 дней. Отказать он может только в том случае, если не подтверждается информация о том, что человек действительно был мобилизован или принимает участие в специальной военной операции. Если человек в течение 15 дней не получает подтверждение либо отказ, то считается, что кредитные каникулы действуют с момента подачи заявления. На период участия в специальной военной операции приостанавливаются и все исполнительные производства, если такие имеются. Для этого нужно обратиться в службу судебных приставов по телефонам горячей линии, которые работают во всех городах и районах республики.